Интернет-магазин мебели. Главный вопрос, сколько можно заработать, чтобы оценить возможный объем выручки, например, в Екатеринбурге. Возьмем цифру поискового спроса в сервисе Яндекс.Вордстат по общему слову «мебель». Частота показов составляет 190 тысяч показов в месяц. Это означает, что теоретически искавших мебель в течение месяца только в Яндексе не менее 95 тысяч человек, на одного человека в среднем 2 показа. Из них примерно треть теоретически попадают в ваш ценовой сегмент и ассортимент. Остается 30 тысяч человек. Какую долю рынка вы сможете занять в течение года? Хорошо, если 1%. В этом случае на вашу долю будет приходиться приблизительно 300 заказов в месяц. При среднем чеке на мебель в 5000 рублей месячная выручка интернет-магазина мебели составит 1,5 миллионов рублей. При уровне доходности 15% прибыль до уплаты налогов составит 225 тысяч рублей. Выбор поставщика. Поставщиков мебели великое множество, вам остается только выбирать через интернет. Также у многих поставщиков есть бесплатная доставка товара, тут никаких проблем быть не должно. Помещение в качестве выставочного зала для интернет-магазина мебели можно выбрать площадью от 40 до 50 квадратных метров. Тут двух варианта: либо арендовать помещение в посещаемом месте по высокой цене, но тогда оно будет генерировать продажи, либо дешевое, но вероятность случайных покупок будет стремиться к нулю. Резюмируя, если на начальном этапе нет свободных денег, то можно обойтись и без выставочного зала. По мере развития рекомендуем попробовать арендовать помещение на определенный срок и посмотреть, насколько это оправдано экономически. Аренда помещения площадью 40 квадратных метров в городе-миллионнике обойдется приблизительно в от 25 до 30 тысяч рублей. Оборудование, специфическое оборудование не потребуется, за исключением терминала для приема оплаты банковскими картами и автомобиля для доставки мебели. Стоимость терминала 13 тысяч рублей. Автомобиль можно арендовать вместе с водителем, либо приобрести, если доставлять заказы планируете самостоятельно. Для этого потребуется малотоннажный грузовик класса «Газель» с тентом. Рыночная стоимость нового автомобиля – 700 тысяч рублей, возраст от 3 до 4 года и пробегом до 100 тонн км – до 400 тысяч рублей. Как вариант сотрудничества с логистической компанией, которая возьмет на себя вопросы доставки и приема платежей, советуем рассмотреть данный вариант как основной, по крайней мере, на этапе старта. Персонал на старте важно обеспечить три основных процесса: привлечение клиентов, прием и обработку заказов, доставку товара и прием платежей. Привлечение клиентов лучше отдать на аутсорсинг специалисту по продвижению сайтов. Для приема и обработки заказов достаточно один менеджера с окладом 15 тысяч рублей плюс процент с выручки, чтобы мотивировать его на более активную работу с клиентами для увеличения среднего чека. Реклама. Основным каналом привлечения клиентов для интернет-магазина мебели будет, разумеется, интернет. Для рекламы магазина рекомендую провести ряд мероприятий. Мероприятие бюджет в месяц. Руб. Продвижение в поисковых системах 20 тысяч, контекстная реклама 15 тысяч, прочие источники трафика 10 тысяч, итого 35 тысяч. Необходимые документы для открытия интернет-магазина мебели не требуются каких-то особых разрешительных документов. Достаточно зарегистрироваться в налоговой в установленном законом порядке. Для выбора оптимальной системы налогообложения лучше посоветоваться со специалистом по бухгалтерскому учету.